Недавно вступивший в должность генерального директора АО «СПАПАТ» Кирилл Киселев вновь сменил работу. Он стал советником главы Сургута. В новой роли он продолжит курировать работу общественного транспорта и дальнейшую реализацию реформы в сфере пассажирских перевозок. Отмечу, что акционерное общество «СПАПАТ» возглавит отраслевой специалист Александр Попов. До недавнего времени он отвечал за проведение аналогичного проекта в Южно-Сахалинске. С сегодняшнего дня он руководит сургутским предприятием. Безусловно, я продолжу курировать транспортную реформу, транспортную область. Основной задачей стоит повышение качества оказания пассажирских перевозок населению. Для себя ставлю задачу это организация координации между СПАПАТом и органами власти. С 31 января приступил к обязанностям генерального директора АО «СПАПАТ». В первую очередь сосредоточен на работе продолжения транспортной реформы города Сургута. В свою очередь оперативные перед собой ставлю цели – это нормализовать выпуск транспортных средств на линию и корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта в интересах жителей Сургута.